Всем привет! Это WorkClass, и у нас сегодня тренировка Make Beach Body. Меня зовут Вероника. И Мигель. Вы готовы? Работа на все тело. Готовы работать? Готовы. Мы готовы взбодрить наши тела, взбодрить ваши тела. Приготовить нас к летнему сезону. На улице солнце, жарко. Нужно выглядеть потрясно. Ну что, начнем с разминки? Рэди? Итак, music please, с самого начала. Поставьте ноги шире бедер. Круг плечами назад. Еще раз. Руки через стороны, вдох. И еще один повтор. Step touch, вправо. Внимание, можно добавить руки. Есть. Легкий шаг в сторону. И касание Т. Ноги мягкие, легкие, пружинистые. Отлично. И еще так же, совсем немного. Делайте легко и спокойно. Внимание, добавим кёл. Каждый счет. Тяните пятку к ягодице. Раскройте грудной отдел. Загните глубоко. И настройтесь на хорошую работу. Внимание. Впереди. Колени с нами. Вверх. И если хочется, если нужно, добавьте руки вверх. Немного поднимите сейчас амплитуду. Пульс. И еще немного вверх. Потяните живот, напрягите пресс. Стальной. И можно ноги чуть выше. Отлично. Внимание, снова степ-тач. И можно немного похлопать себе. Как вы? Как ты? Good. Есть. Внимание. Впереди. Присед медленно. Вниз, вниз. И также вверх. Сейчас обратите внимание на технику. Колени толкаете наружу. Таз дальше назад. Внимание. Чуть быстрее. Каждый счет. Вниз. Подъем. Совсем чуть-чуть быстрее, да. Обратите внимание. Вес на пятки. Бедра шире. Активируйте уже сейчас ягодицы. И почувствуйте бедра со всех сторон. Отлично. Поднимите грудь. И выдох вверх. Внимание. Впереди. Каждый счет пульс. Три, два, подъем. Выдох вверх. Три. Отлично. Выдох. Сильно давите в пол. Есть. И еще немного. Внимание впереди. Снова каждый счет. Каждый счет. Вниз. Подъем. Отлично. Вот сейчас чуть серьезнее присед. Вы немного размялись, подготовились к нему. Знаете технику. Внимание. Снова пульс. Три. Чередуем. Три, два, один повтор. Сингл. Четыре. Три. Два. И снова пульс. Три. Три. Два. Выдох вверх. Сингл. Четыре. Четыре. По одному. Три. Вытолкните себя вверх. Внимание, снова пульс. Три. Выдох вверх. Отлично. Улыбнитесь. И сингл. Четыре. Сейчас. Три. Внимание. Впереди. Отведение. Шаг вправо в сторону. Лево в сторону. Сейчас. Невысоко. Отведите ногу. Присед в сторону. Присед в сторону. Помните про пресс, сильный кор. И еще так же вниз. Направьте стопу в сторону. Пяткой наружу. Отлично. Внимание. Впереди. Только вправо. Только вправо. Остались. Есть. Смена влево. Вниз. Подъем. Внимание. Два. Сделаем по два. Вниз. Подъем. И влево. Секси. Сделайте секси. Два. Вправо. Влево.
Внимание, каждый, счет смена. Смена, шаг вправо, влево. Еще немного. 4, 3. Внимание. Step touch. Step touch. Готовы двигаться дальше? Поменяемся. Окей. Размяли ноги, подняли пульс. Нам нужно немного сделать пресс-стрейч, чтобы ваши мышцы были готовы к основной работе. Ноги широко, перейдите на открытый шаг. Открытый шаг, ноги шире, грудь вверх. Окей, 4, 3, 2, останьтесь здесь. Ноги широко, перекат вправо, медленно влево и вправо. Каждый счет вправо, влево. Грудь вверх, таз назад, колени широко в стороны. Только пульс, пульс, пульс. 4, 3, чувствуйте, как растягиваются приводящие. Нет, супер. Снова, каждый счет. В сторону, в сторону. Раскройте ваши колени. Это безопасность для них. Таз дальше назад. 4, 3, 2, стоп. Поворот. Колено в пол. Вниз, пружиним. Вниз. Небольшие пружины, почувствуйте растяжение в задней поверхности бедра и в передней поверхности бедра тоже. Стоп. Пятка вниз, колено в пол. Пятка вниз, колено в пол. Таз вверх. Еще раз. Up и вниз. То же самое в темпе. Вверх, вниз. Выпрямляйте колени, если возможно. И оставьте слегка согнутыми. Пускайте пятку в пол, чтобы растянуть голеностоп. Окей, стоп, поворот. В другую сторону. Пульс, останьтесь здесь. 3, 2, стоп. Разворот, колено вниз. Пульс, пульс. Старайтесь прям расслабить вот здесь ноги и опустить таз ниже. 4, 3, 2, стоп. Пятка в пол, пятка в пол. Колено вниз. Пятка, колено, каждый счет. Вверх, вниз, вверх, вниз. Окей, окей, еще немного. Один раз. Стоп, поворот, подъем вверх, вдох. С большим пальцем назад раскройте грудную клетку, потяните грудные мышцы. Руки вперед, округлить спину. Как жарко уже стало. То же самое движение, но в темпе. Назад, вперед. Назад, вперед. Растягиваем грудные мышцы и мышцы спины, центр спины. Выдох вперед. Окей, супер. Наклоны вправо, вверх, вниз. Растяните боковую поверхность корпуса. В другую сторону. 4, 3. Два, один раз. Стоп. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Попейте воды, если вам нужно. У нас начинается основная часть. Начнем мы с мышц ног. Но начнем их с выводов. Стопы под тазобедренные суставы. Точно под плечи, под таз. Окей. Надеюсь, вы готовы начинать. Правой ногой шаг назад и выпад вниз. Шаг, выпад, шаг вперед. Левый, шаг, вниз, вверх. Длинный шаг назад. В нижней точке в коленях 90 градусов. Спина прямая, лопатки приведены. Шаг, вниз, вверх, поставить. Пока медленный темп, для того, чтобы вы поняли всю правильную технику работы. Один раз. Окей, перейдем на каждый счет. Погнали. Вниз и наверх. Вниз и наверх. Наверху оставьте ваши колени слегка согнутыми. Это добавит больше нагрузки на ваши мышцы бедер. Еще вниз. Окей. Три пульс внизу. Go. 3, 2. Подъем. Другая нога. 3, 2. Если чувствуете сильное жжение в ногах, вы можете уменьшить амплитуду и работать в половину амплитуды. It's okay. No problem.
продолжайте пружинить. Стопы ставьте всегда под тазобедренные суставы. Один раз. Есть, внизу пауза. Стоп. Подъем. Другая. Стоп. Подъем. Вниз. Вверх. Ты не знаешь, что дальше? Пульс. 16. Левый. Вниз. Только я внизу. Я ожидала этого. Только внизу. О май гад. Даже трек говорит. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Шаг вперед и сингл. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Следите за техникой Вероники. Она показывает вам боком, чтобы вы видели, как расположены ее коленные суставы. На фронтальной точно над стопой. Коленный сустав позади стоящей ноги опускается в пол до угла 90 градусов. Пятка направлена вверх. Продолжайте. 4, 3, 2. Это не все. Еще 16. Пульс снизу. Let's go. Вниз. Пульс. Пружините амплитудно. Амплитудно. Чувствуйте мышцы. 7, 6, 5, 4, 3. Внизу пауза. Стоп. Держите. О май гад. Держать. Шаг вперед. Правый назад. 16. Пульс. Гоу. Вниз. Есть. Только внизу. Пружинцы. Пружины. Вес тела переведите вперед на впереди стоящую ногу. Давите прям пяткой в пол. Шаг вперед, сингл темп. Go, вниз, вверх. О, да, супер. Вы уже ощущаете мышцы ног? Мы уже ощущаем. Да, есть. Ты, да? Есть. Есть. Еще так же. Пробуйте опускаться глубже вниз. Так вы будете задействовать мышцы на всю мощность. Супер. Пульс. Вниз. Только внизу. Только внизу. Будьте ниже. Будьте ниже. Поставьте себе планку. Не поднимайтесь выше. 4. 3. Пауза. Вниз. Стоп. Держать. О, да. Держите. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, шаг вперед и присед. Медленно вниз, медленно вверх. Да, все суперзвезды. Особенно вы в ТикТоке. Увеличим темп. Каждый счет. Сесть вверх. Помните, нужна большая амплитуда, да? В нижней точке в коленях 90 градусов. Таз до линии колен. Это максимально безопасная и эффективная амплитуда. Две пружины, медленно, вниз, середина. Каждый счет вниз, let's go. Раз, вверх, два. Пульс, медленно, раз, середина, вверх. Каждый счет. Помните про технику колени. По направлению ваших стоп. Таз дальше назад. И следите, когда вы встаете вверх, колени должны быть также направлены к наружу. Есть, внизу стоп. Держать. Don't be a drag, just be queen. Медленно вверх. Пульс. Три. Раз, два. Подъем. Еще раз. Раз, два. Пауза вниз. Стоп. Вверх, 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 вверх. Раз. Вверх. Три. Пульс внизу. Три. Два. Подъем. One more time. Три. Два. Теперь только каждый счет. Go. Сесть. Вверх. Воу, кажется, достаточно на ноги. Но это не финиш. Подождите, еще немного. Один раз, пауза внизу. Сесть. Like you don't care. Медленно вверх. Есть, наклон. Вниз. Вверх, вверх. Вытяните руки пока. Просто наклон. Сгибайте колени. И отводите таз дальше назад. Сохраняя ровную-ровную спину. Ровная спина. Это залог безопасной,
нагрузки на поясницу. Держите ровную спину и приводите лопатки. Так вы сможете держать грудную клетку всегда раскрытой. В следующий раз добавим разводку. Наклон, руки в стороны, вниз, встали. Раз, два. Like you don't care. Есть, три внизу. Пульс вниз, вверх, вверх. Только внизу, только внизу. Приведите лопатки. Сжимайте их к центру спины сильнее. Прям чувствуете вот здесь нагрузку. Есть, наверху, стоп. Руки вперед, вперед, назад, назад. Вперед, взгляд направьте. Вперед в пол, шея должна быть прямой. Есть, руки только вперед. Стоп. Тяга. Вперед. Let's go. Раз, два. Здесь также. Приводите лопатки и опускайте плечи. Прям как будто вам кто-то надавливает на плечи. Сжимайте спину. Чувствуйте ее. Окей. Руки вниз. Разводка. Пульс. Вверх. Вверх. Четыре. Три. Руки вперед и назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Оставьте руки впереди. Стоп. Тяга. Бум. Вперед. Ое. Зажмите ягодицы. Напрягите пресс. Держите ровную спину. Последний. Здесь стоп. Руки в стороны. Пульс. Пульс. Почти все. Раскройте грудную клетку, потянитесь большими пальцами слегка вверх и назад. Ап, ап. Вперед, вперед, вперед. Вперед, назад. Раунд два. Ого. Я смотрю, ты потеешь, да? Ты вообще уже с самого начала. Есть. Когда вы тягиваете руки, они должны быть на линию шеи. Стоп. Тяга. Бум. Это последний подход, честное слово. Если чувствуете сильно поясницу, приподнимитесь выше. Согните колени, таз назад и держите ягодицы сильно напряженные. Стоп, подъем. Жим вниз. Если хотите, вы можете взять утяжеление в руки и работать вместе с ними. Это не обязательно, но если хотите, используйте. Еще вверх, оп, вниз. Посмотрите, локоть немного направлен вперед. Немного вперед. Жим и вниз. Over. Over. Наверху стоп. Руки вниз через стороны. И вверх. Есть, вниз. Раз, два. Супер. Здесь отлично работают плечи и верхняя часть спины. Разверните ладони вверх. Ладони вверх. Пошли, пошли. Раз, два. Такие. И ушли. Продолжайте. Один раз. Есть. Оставьте ноги узко. Приседания. Вниз. Медленно. Вверх. Вверх. Вниз. Вверх. Руки вверх. Через стороны. И вниз. One more. Это ваше комбо. Приседания. Медленно. Раз. Два. Вверх. Оставьте ноги узко. Помните, да? Опирайтесь на пятки. Руки вверх. Up. И вниз. One more. Место приседа. Три пружины. Присед. Три. Два. Еще раз. Я имел в виду место медленного темпа. Руки вверх. Подъем. Медленно. Угу. И вниз. Опускайте вниз медленней. Три пульс. Встали. Еще раз. Три. Два. Руки вверх. Руки вверх. Up. И вниз. One more. Up. Продолжайте, три пульс. Кажется, я начинаю слепнуть. Да, 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 да. Руки. Подъем. Вниз. Один раз. Внимание. Дальше. Снова наклон. Медленно. Вверх, вверх. В этот раз мы будем делать с вами тягу. Посмотрите. Наклон, тяга, руки вниз, подъем. Наклон, тяга, руки вниз, подъем.
Когда вы делаете тягу, руки держите не слишком вдоль корпуса, не слишком в стороны, да? Посередине. Немного назад. Продолжайте. О, какой трек! Можете подпевать. Представьте, что вы где-то на вечеринке в Майами, или на вечеринке просто на пляже в Барселоне или в Майами, где все тренируются, музло играет. Как это круто! Наслаждайтесь! One more! Внимание! Только внизу. Только здесь. Не поднимайтесь. Останьтесь внизу. Приводите лопатки к центру спины. Взгляд в пол. Внимание. Пульс наверху. Up. Вверх. Вверх. Только лопатками. Прям к центру. К центру. К центру. Вверх. Вверх. Стоп. Подъем. Выпад. Правый, левый. Вниз. Завершаем блок стоя, тем же, чем мы начинали. А начинали мы пружинами. Пульс, let's go. Внизу, внизу. 5, 6. Шаг вперед и смена. Вниз, вниз. Ноги супер широко. Присед. Спокойно. Налегке, изи. Вообще не напрягаясь. Да. Как будто вы даже. Как будто вы так ходите. Пауза. Стоп. Вверх. Стоп. Внимание. Выпад правый назад. Шаг вниз. Шаг вперед. Левый. Шаг вниз. Два приседания. Центр. Вниз. Медленно вверх. Ага, окей. Мы делали с паузы или без? Правый выпад. Шаг вниз, вверх. Другой. Окей, присед, каждый счет. Сесть, вверх. Выпад правый, левый. Вниз, сесть, подъем. Правый, левый. Окей, мы будем делать только одну сторону. Одно приседание. Выпад правый. Снова присед. Выпад правый, снова правый. Есть. И вниз. То же самое. Другая сторона. Левый назад. Здесь. Левый назад. О, да. Обират. Ноги широко. Пульс. Присиди. Ноги широко. Можно, пожалуйста? Я option. Можно еще пошире? Для тех, кто не хочет. Вниз. Я могу все. Пружинте. Пружинте. Хорошо. А, терпеть, терпеть, еще 16. И такая музыка спокойная. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3. Останьтесь внизу. Стоп. Держите. Чуть-чуть, можете приподняться вверх, если сложно, но лучше быть внизу. 4, 3, 2. Как раз. Трек я для думаю, тебя. Перейдем в партер. Делайте глоток воды, если нужно. Возьмите коврик, либо полотенце. Опустимся вниз. Ложитесь на живот. Можно пока воспользоваться моментом передохнуть. Ноги вместе. Стопа опирается в пол. Исходное положение. Планка на приплечьях. Ваши локти под плечами. Приподнимите таз. Начнем с простой вариации от колен. Проверяйте технику. Снова локти под плечами, кулаки вместе. Надавите руками в пол. Соберите лопатки вместе, раскройте грудной отдел. Вытянитесь вперед за макушкой. Напрягите максимально мышцы живота, ягодиц. Я думаю, готовы дальше. Приподнимите колени вверх. Стоп. Если готовы, приподнимайте. Если нет, нет, ничего страшного. Немного поддержим здесь. Дышите глубоко. И
еще так же немного. 15 еще секунд. Чуть-чуть. 15. Еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. 8, 7, 6, 5. Внимание. Снова колени в пол. Вниз. Приподнять вверх. Стоп. Вот здесь корпус неподвижен. Только вниз, касание пол. И подъем вверх. Изолируйте движение. Отлично. И еще один повтор также. И я думаю, готовы сделать чуть быстрее. Каждый счет. Вниз, подъем. Если нужна опция, либо держите просто планку, либо делаете медленней, либо можно сделать касание поочередно. Поочередно. Внимание. Вверху стоп. Немного подержать. Внимание. Подъем. Ваши кисти под плечами. Немного подержать планку так. Помните, всегда есть выход из положения. Можете опустить колени в пол. Просто уйти. Нет, не такого. Держим. Сильно-сильно раскрыть плечи. И также сильно-сильно кор. Держим. Будьте готовы впереди. Мое любимое отжимание. Медленно вниз. Вниз, вниз, вверх, вверх. Сейчас направьте локти вдоль корпуса. Работа на трицепс. Работает верхний плечевой пояс. И еще медленно вниз. В любой момент. Есть самый простой вариант. Колени ближе. Точно под тазом. Облокотились просто на ладонь. Внимание, впереди темп. Каждый счет. Вниз, подъем. Фу! Слушайте музыку, бит. Внимание, медленно вниз, два-два, вниз, вниз, вверх, один повтор медленно, и снова темп, музыку, гоу, вниз, толчок, оттолкните себя от пола, от всей души, два-два, вниз, вниз, тянитесь макушкой вперед, сингл, сингл, вниз, толчок, ты что выпила, жиржигатель? Два-два. Вниз два. Вверх два. Внимание. Передохнем. Стоп. Планку стой. Держим. У-у-у. Помните, в любой момент можно сделать так. Либо встряхните руки и вернитесь к нам. Можно. Внимание. Помните первое движение. Колени в пол. Вниз. Подъем. Вверх. Вниз. Впереди. Мы соберем два движения. Будьте готовы. Внимание. Are you kidding me? Да-да-да, есть. Сингл, колени в пол. Вниз. Отжимание 2-2. Вниз. Подъем вверх. И снова колени в пол. 2. Можно остаться на коленях и сделать простой вариант. Есть, изи. Вниз, подъем. И снова вниз, подъем. И медленно 2-2. О-о-о! Колени вниз, подъем. Неожиданно, да? Вниз. Сингл, сингл, только отжимания. Вниз, толчок. И только колени в пол. 4. Как ты? 3, да, поменяла. 2. Только руки. 4. 3. 2, это финал. Колени в пол. Только ноги сейчас. И все, немного передохнем, обещаю. Внимание. Стоп. Все на пятках. Ага, прекрасное движение. Оставьте руки далеко впереди. Раскройте грудной отдел, расслабьте корпус. Попробуйте лечь полностью на пол. Достаньте грудью. Например. Внимание. Есть, есть. Сейчас снова планка. Снова планка. Подержать. Дышим. Как мы любим планку. Надеюсь, вы тоже полюбите. Очень эффективное упражнение. Для всего тела. Абсолютно. Для всей души. Да. Внимание. Касание шаг. Вправо. Лево. Фу. Помните опция, если нужно. Да. Пользуйтесь. Можно от колен. Но главное, держите корпус параллельно полу. Таз, спина.
спина, голова, одна линия. В любой момент можно просто, или если не хватает немного, и хотите движение интереснее, и... Work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard. Есть! Внимание! Это все, почти все. Опускаемся на колени. Вниз стоп. Руки широко. И сейчас, я думаю, вы догадываетесь. Отжимания. Будьте готовы. Посмотрите на меня. Стой. Стой. Два-два. Вниз. Оу. Вверх. Вот здесь почувствуйте бит, музыку. Попробуйте задержать себя внизу. Да. Отжимания вас не отпускают. Что медленно? Вниз, подержать здесь пиковую зону. Самая такая, самая мощная и самая, может быть, неприятная. Да. Один повтор. И вы готовы, темп? С нами, go! 8, 7, помните, самый простой вариант, без проблем. Либо от прямых ног. Еще два. Стоп, колени в пол, держим, держим, таз назад, потяните грудные, руки впереди, снова соединим, ноги в планке, шаг касания, кисти под плечи, планка, стоп, держим, совсем несколько повторов, и все, будьте готовы, с правой ноги, ничего страшного, это хорошо работаешь, касание правой, касание, лево. Ага. И сейчас. Вниз, два-два, вверх. Вниз. Еще два раза. Вниз. Один повтор. И впереди снова. Только ноги. Касание. Пауза. В сторону. Есть. Внимание, руки широко. И два-два. Вниз. Вверх. Старайтесь опуститься так, чтобы ваши локти под плечами остались. Еще один. Да. Yes. Касание, стоп. Три. Два. Внимание, стой. Есть. Назад. Фу. Все. Остаться, остаться. И вот так красиво на спину. Внимание. Пятка ближе к себе. Стопы на ширине бедер. Руки у виска. И лопатки вместе. Напрягите пресс. И поясницу прижать в пол. Будьте готовы. Только корпус вверх. Два. И вниз, со мной. Внимание. Это только начало здесь. Впереди. Каждый счет. Внимание. Каждый счет. Вверх, вниз. Выдох и вдох. Старайтесь на подъеме тянуться грудью вверх в потолок. Взгляд за колени. Лопатки чуть приподнять от пола, но ваша поясница полностью на полу. Контакт. Да. И еще. Четыре. Три. Внимание. Впереди пульс. Три. Вверху. Три. Два. Один повтор. Три. Два. Single go, single. Если нужно, добавьте руки. Пару раз. И снова пульс. Три. Три. Вниз. Подъем. Пару раз. Чем дальше, тем лучше. Внимание. Single go. И четыре. Три. Два. И сейчас снова пульс. Три. Два. Сделали чуть короче. Еще один повтор. Остальтесь сверху. Стоп. Держим. Либо так, либо можно передохнуть так. Колени. Если вы хотите быть dirty dancer'ом, то лучше держать корпус на весу. Внимание. Держим. Влияем сложнее.
Будьте готовы, верните кисти у виска. Держим. Посмотрите на меня. Со мной. Твист в одну сторону и в другую. Внимание. Сейчас шире грудь и направьте плечо в противоположной ноге. Каждый счет. Сингл. Вот здесь также лопатки чуть приподнять от пола. И старайтесь их держать на весу на протяжении всего движения. Внимание. По два. Два. Смена. Выдох вверх, вниз, вдох. Внимание. Один круг. И оставим себе вверху стоп. Держим. Если нужно передохнуть, вот. Либо опустите ноги. Любой вариант. Держать. Внимание. Ноги вверх. Финиш. И если готовы, 45 градусов. Держим. Либо так, либо можно. Самый простой вариант. Поддержим восьмерку. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, стоп. Всем спасибо. Перекат. Подъем. Один маленький блок. Один маленький блок. Наверху. Да. Один блок. На ноги. Ты готов? Я сделаю ноги. Я сделаю ноги. Хорошо. Приготовились. Ваши ноги. Шире бедер. Круг плечами назад. Руки перед собой. Внимание. Медленно присед вниз. Вы уже знаете его. Знакомый. Максимально. Идеальная техника. На всякий случай напомню. Дальше таз назад, бедра шире. Каждый счет. Сингл и вверх. Вниз, подъем. Проверяйте себя, проверяйте нас. Вес на пятке. Дальше таз назад и вниз. Отлично, грудь вверх. Три пульс внизу. Три. Любимый пульс. Выдох вверх. Три. Пару раз. Один повтор. Внимание. Сингл. Вниз. Подъем. Пару раз. И снова путь вниз. Три, два. Подъем, выдох вверх. Внимание. Сингл. Четыре. Три. Два. И внизу пусть. Три. И выдох на себя вверх. Один повтор. Внимание, статика. Внизу сидеть. Я вот так. Хочешь на меня? Спасибо. Привет. Бедра шире. Таз назад. Еще немного. Еще чуть-чуть. Дальше таз немного. Есть. Четыре. Три. Внимание впереди. Отведение. Подъем. Право. Вниз. Лево. Это финишное движение. Пару раз. Один круг. Внимание. Останемся только вправо. Стоп. Стоп. Пару раз. Смена. И лево. Четыре. Только отведение. Договорились? Вправо. Четыре. Опорная нога. Чуть мягче. Колено. Есть. Смена влево. Do it again. Do it again. Пару раз. Снова вправо. Два. Два. Смена влево. Два. Вот здесь можно чуть опуститься ниже. И так вот таз дальше. Корпус чуть вперед. Только вправо. Стоп. И пульс. Пульс. Либо можете опускать ногу в пол. Это простой вариант. 8, 7, 6, 5. Будьте готовы. Смена влево. Пульс. Стой. Вот здесь. Держите баланс.
Как дела? 8, 7, 6, 5. Внимание! Снова вправо. 8, 4, 3, 2. Смена влево. Отлично. Осталось сколько? По 4, 4, 4, 3. Смена. Ого-го. Один круг. Внимание. По 2. 2-2. 2 в сторону. Смена. Ого-го. Вот здесь. Также для больших ощущений. Можно опуститься чуть ниже, если вам нужно. Сингл. Смена ног. Если здесь есть утяжелители или амортизатор, прекрасно. Внимание, еще 8 здесь, впереди еще 8. Подышать немного, осталось 8. Я, кажется, сказала, да? Да. 3 раза. 3 раза, на всякий случай. Если мне больно, осталось еще 8, но уже 4. 4. 3. 2. И стоп. Встряхните ноги. Глоток воды, можно. Глоток воды. Можно. 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 Сделаешь. Можно. Пресс. Окей. Сделаешь. Прессик, прессик. Еще немного упражнений на пресс. The world is mine. Но сначала и еще немного спины. Затем чуть-чуть. Да. Ложитесь на живот. Ладони к вискам. Корпус медленно вверх, медленно вниз. Локти точно в стороны, взгляд в пол. Шея ровная, ягодицы сжатые. В следующий раз подъем, разворот, центр и вниз. Вверх, разворот, центр и вниз. Чтобы меньше чувствовать вашу поясницу, сжимайте сильно ягодицы на подъеме и напрягайте ваш пресс. Продолжайте. Вверх, поворот, центр и вниз. И вот здесь привет. Поворот. Ой, привет. Давай сделаем друг. Да что такое? Так я специально на тебя. Стоп. Руки вперед. Корпус снова вверх. И вниз. Сейчас здесь сложнее. Будьте аккуратны. Если слишком много чувствуете нагрузки на спину, держите руки при себе. Окей, наверх пауза. Стоп, держать. Если хотите, хочется танцевать, двигаться, ни в чем себе не отказывайте. Да. Я уже вижу тут двоих. Попробуйте. Двигать руками. Назад. И вперед. В темпе. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Каждый раз, когда вы тянете руки назад, тяните ваши плечи и лопатки вниз и к центру. Опускайте плечи и сжимайте лопатки. Так вы будете чувствовать максимально вашу спину. Оу. Еще 4. 3. 2. Внимание, далее. По 3 пружины. 3, 2, 1. Легли. 3, 2, 1. One more. Oh yeah. Супер. Сразу на спину. Подход на пресс. Ноги слегка согнуты, почти прямые. Руки в стороны. Подъем. Вверх и вниз. Вверх и вниз. К разным ногам. Вверх и вниз. Если нужно, вы можете согнуть больше ноги. Так будет чуть проще. Или поднимайтесь выше. Here we go. Выдох на подъем. И каждый раз, опускаясь вниз, попробуйте втягивать живот еще сильнее в себя. Там тяните пупок к позвоночнику и опускайте позвонок за позвонком. Так ваш пресс включится на полную мощность. Все мышцы будут работать. В какую сторону? 4, 3. Хватит меня трогать. Держи руки при себе. Стоп, подъем. Вверх, держать. Уголок. Простой вариант. Поднимись. Я общем. Поднимись выше. Вот эта опция. Смотрите, какая решила отдыхать. Если готовы. Сложный вариант. Цель достигнута. Цель достигнута. Тяните живот сильней. Держать.
Окей, руки назад, только ноги вверх и вниз. Oh yeah. На подъем ног выдох. Прям сделайте выдох, втяните ребра, втяните живот. Еще немного. Еще чуть-чуть. Ага, еще немного. Можете выпрямить ноги сильнее, если хотите больше нагрузки. Стоп. Планка. Треник. Ты можешь переключать трек. Вставайте в планку на предплечье. Это последнее упражнение. Дальше стрейч. Я перейду пока к себе на коврик. Вы остаетесь на месте. Ждем Веронику. Она принесет сейчас музыку и стрейч. А вы держите планку еще. Все еще держите. Все еще держите. До конца. Все вместе. Сделаем всего лишь два раунда, чуть-чуть. Обещаю. Что еще, пресс? Просто планка. А, серьезно? Я думал, будет стрейч. Планка и стрейч, все. Планка и стрейч. Давайте поддержим 30 секунд. 30 секунд. Окей? Уже вы начали, по-моему, да? Уже 20 секунд есть. Да. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и можно сесть на пятках. Дальше таз назад, опуститесь корпусом вниз, расслабьте грудной отдел, потянитесь руками далеко-далеко. Отлично. Правый шаг вперед. Согнуто впереди. Самый простой вариант. 90 градусов, 90. Либо позади прямая нога. Раскрыли плечи, делаете вдох и на выдох опустились вниз. Почувствуйте бедро, ягодицу. Вспомните все приседы, выпады, отведения, планки. Смена. Другая также. Вперед. Вдох. И выдох вниз. Расслабились. Дышите глубоко. Отлично. Далее шаг. Правый вперед на нас. Таз вниз, пол. Раскройте грудной отдел. Потянитесь вверх высоко. Делайте вдох и на выдох наклон вправо. Есть. Опуститесь вниз. Смена ноги. Левый шаг. Таз, пол. Вытянулись вверх. За руками, вдох и выдох, также наклон влево. Потяните весь правый бок, дышите глубоко. И подъем с нами. Встряхните ноги. Правая стопа, пятка к ягодице. Раскройте грудь. Сделали вдох и на выдох плечи вниз. Смена. Колени вместе. Сделайте вдох. На выдох всю усталость себя. Снова вверх, вдох. Вытянулись высоко-высоко. Круглая-круглая спина. И снова раскрыли грудь. Руки за спиной, грудь вверх. Отлично. Еще раз вверх. Выдох. Круг плечами назад. Право-лево. Похлопали себе. Всем спасибо большое. Эй, супер. Это было классно. Тренируйтесь с нами вместе с Спортклас. Подписывайтесь на нас в Инстаграм, тренируйтесь и будьте здоровы и красивы. Всем хорошего дня, вечера. Хорошего настроения. Да. Hate your appearance, did you struggle to find your place in this world? And the pain spawns all the anger on. But it wasn't until I put the pain in song, learn who to aim it on, that I made a spark. Started to spit harder shit, learn how to harness it while the reins were off. And there was a lot of bizarre shit, but the crazy part was soon as I stopped saying I gave up, all haters started to appreciate my art. And it just breaks.